Добрый день, дорогие зрители. Сегодня пришла мне мысль раскрутить такую тему, как время. Существует ли время? Я предлагаю подойти к этому вопросу немножко абстрактно. Вообще, вот что вы думаете, подумайте на эту тему, что вы думаете на тему от времени, что вам дает время. Можно почитать различную информацию, что же такое время, для чего оно создано и так далее. Как с моего пункта зрения, времени вообще не существует в этом мире, только существует информация. А уже высшие силы, ну, силы через людей и так далее, сотворили такое понятие, как время, чтобы события не накладывались одно на другое, чтобы события имели какую-то очередность и так далее. А вообще времени не существует. Мало того, если уже мы так считаем, что время существует, что оно жестко, ограниченное, нет, время можно растягивать, время можно сжимать, правда, это присуще большим мастерам, но простые люди тоже иногда это пережили. Вспомните свои события, которые, когда казалось, минута – это вечность, или, например, день, месяц с любимым человеком в хороших условиях пролетело как один час. Но о чем же мы, что мы должны знать, что время это все относительно, то есть им можно, ну, руководить, не руководить, его можно чувствовать. И самое главное, что мы должны знать, что оно самое важнейшее в этом времени, это вот сейчас. Может даже измениться в этот момент, и вся жизнь пойдет по-другому. Можно начать жизнь с этого момента. То есть времени не существует. А если уже и приняли такое понятие, как время, то оно эластичное. Эластичное, и его можно использовать по своему назначению в какой-то степени. Хотя это с трудом, и не каждый может, но можно. И говорят, время – это самое главное в этой жизни, его нужно ценить, беречь. Так, возможно, что время нужно ценить и беречь, но я еще бы по-другому сказала. Не ценить, беречь, а использовать его, чтобы как можно больше для себя взять от чувствования этих моментов, с которых складывается жизнь. То есть использовать вот эту возможность очень эффективно, прежде всего для себя, для своей жизни. Давайте, подключайтесь, будем дискутировать, что же такое время и существует ли оно на самом деле, где-то глубоко-глубоко. Поговорим об этом. Всего хорошего!